пошла. Как о нем узнает, если не от меня, ёпт? Пока целая антенна, будет прилетать вертолет. Как антенна уничтожится, последний вертолет прилетит и все. Вертолет прилетает на данный момент каждые 45 минут. Я не думаю, что мы даже дождемся одного. Хотя, может, дождемся, если быстро все сделаем. А взрывать нечем ее. У меня, да, у меня тоже нет. Ну ничего, найдем. У них всегда что-то есть. Смотрите, каждую точку охраняют и пулеметчики, и патрули, и еще там увидите, в общем, все увидите. Чем буду рассказывать? Техника не удаляется, то есть Ан-2 там стоит, да, он так и будет стоять, поэтому можем вернуться в конце миссии. Стой, 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 справа пехота, стой! Азимут 40, пехота, 4. Че, что-то стоят, ничего не делают. А, это чувак первый стоит, просто и они стоят. Ну давай отрабатывать. О, начинается! Смотрите, они не всегда умирают с первого раза, они могут потерять просто сознание. Потому что я уже вижу, некоторые сознание потеряли. Чисто. Чисто, они живые, посмотри. Я говорю, сознание теряет просто, он живой лежит. Двое. Все вроде. Хеды. Видно, мы их напугали, летели на самолете и начали искать нас в бинокль. Они такие, нихуясь, охуеть можно, блять. Так, станочек уже вижу. Две точки рядышком, нам повезло. Это что за поебать? Че такое кружится? Это то, что надо уничтожить. Я ж упал, тихо. Да, да, налетчик. Ну, начну все. Лечусь. А, вопрос, кто-то еще за медика зашел, кроме меня? Нет. Тогда берегите меня, потому что я единственный медик, могу проливать кровь. Азимут 0, пехота. Живой сознание потерял. Добил.
районе 50-100 метров от радара создаются мины, надо искать. Так, давайте кто-то первый, я медик, я не могу. Не могу с этим глушителем, блять, уёбочный, сука. Чё, продвигаемся ближе? Что-то на ДМС-ке прицел не меняется обычными кнопками. Вот подскажи. То есть? Ну, да, чьи. Ты имеешь в виду контрол, левый контрол, правой кнопкой мыши? Нет, просто не меняется. Ты о чем? А прицел, дальность. А, дальность стрельбы, это page up, page down. Не меняется такими кнопками. Должен быть. И он работает точно, я знаю. У меня двукратно, я не могу поменять, но вообще я менял на снайперовке. Там может быть именно твой прицел не меняется, знаешь, типа, не поддерживается АСИ. Да, не, опять стреляет. Надо ближе подобраться, я не могу отсюда стрелять. Погнали. Стой, да, я впереди, позади. Надо ближе к дороге спуститься, будет меньше по урону проходить. На мины не ступите. Я сейчас закопку тебе сделал на дороге. По дороге бежите, бегите, по дороге видно мины, по крайней мере. Окоп копай, жди. Так, ладно, я срок, я тебя учить не буду, как миноискателем пользоваться. В общем, это. Давайте вперед. А, блять, у нас нечем взрывать. Ёб твою мать, какой смысл двигаться? Надо найти трупы, где мы это. Вон, трупы, сейчас я пойду поищу. Это ПТшник справа, этот ПТшник лежал. А как, причем ПТшник? Нам нужен это, инженер какой-то.
Сейчас я обыщу тех четырех, которых мы первых убили. Там у них наверняка есть. По нам входящие, блядь. Отбивайтесь. Мне, я домами закрылся, от них они меня не видят. Пулеметчик где-то лежит. Блять, положили. Чего там живые? Агуару на связь. Айсрок на связь. По мне огонь ведут с вашей стороны. Я понял, вы мертвяки сейчас. А, живой Айсрок, отлично. Агуару найди. Его кто-то задел. Сверху. Нашел. На горе лежит, сука. Да-да-да. Раненый, раненый, добивай его. Все, мертвяк. Сбоку, те говнюки. Понимаю. Ой, да тут всего-то голова раненая. Да я встать не могу, ёбаный свет. Испытывает боль. Сейчас все уберем, берем, подъем. Ой, я понимаю. Одна перевязка, один морфин и готов. Да пиздец. Я не знаю, как так из-за этой хуйни, блядь. Я бы встал уже давно, блядь. Так, я пойду к радару подберусь. А хуй там, давайте сначала зачистим их, это пизда дадут. Вон они. На ноль, на ноль. Почему на ДМС-ке, блядь, не меняется дальность, блядь? Да не знаю.
знаю, я надо смотреть. А другие прицел проверял, все работало, а ДМС-ка не проверял. Блять, стоит на сотке и все, блядь. Стоит на сотке и все, блядь. Все, заложил мину. Че, на ворон? Бежали вперед. Надо проверить, взорвет, не взорвет, она не всегда с двух. Блять! Кто-то попался на мину. Ты живой? Видно нет. Иду. Я ж говорил. Ай, срок, напиши флешу, что сейчас я его телепортну. Да, нихуя у тебя ебашего. В этот раз весь красненький. Это мина, видимо, да, бля? Я ж говорил, возле радара мины, по дороге бегите, их там видно хотя бы, на дороге травы нету. Конечно, там толпа. Ну, там укрепрайон. Надо зайти зачистить и потом подрывать антенну. Укрепрайон каждый раз разный ставится там. Переливая кровь, у тебя потеря. Перебинтовал. Ой. Да продвигайся потихоньку вперед, в принципе, что нас ждать-то. Сейчас флеш телепортну, у тебя кровь переливать пока. Давай, давай. Так, вливается кровь. Флеш, на связь. Меня слышно? Да. Переливающий литр. Работай, срок, работай. Так, литр пошел. Отлично, все. Зря я только лил литр второй. У тебя клин словило. Расклини ее просто. Через взаимодействие. Бать, наркоман ты уже, четвертый морфин. Эй, давай сюда! Че делать-то надо? Вставай. Я не могу.
Я встал и иду. Я же говорю, мины, не бегайте. Возле дороги видно их хотя бы. Это, будешь уходить спать на базу, я соберу слот, чтобы все было там. Фонарик, хуярик, миноискатель, блядь, в слоте, блядь. Что как? Взаимодействие. Ctrl Windows там где-то в действиях должно быть. Расклин или как-то так, я не помню. В общем, ложитесь, будут подрывать. База. Блядь, да что такое? Ты что за день ты такой, ёбаный в рот, блядь? Ну его нахуй. Так, айстрок, прикрой нас. Вставай! Вставай! Они живые, оба живые. Ой, бляха, муха. Сейчас подумайте. Что-то там падает, блядь. Один готов. Баночки. Баночки мы падают. Второй готов. Привязываю. Сука. Давай, 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 братан. Нету кровопотери. Да блин, Фэш, может меня не заметили, вот это проблема чатов. Ёлки-палки. Где он, этот они противник, сидят, блядь? Вон они сидят еще на штабе. Ебаш, хай-рок, ничего не жди. Они живые, там еще двое живых, они упали просто. Тебе морфин нужен, по-моему, еще говорю. Да-да-да, я в курсе, сейчас я веду. Я вернусь за подрыв пакетом, там еще валялся, а то у нас нету. Флэш, у тебя есть подрыв? Не, нету у меня подрыва. Да ладно, ну... я вернусь за пакетом. Где твои баррикады, я говорю, когда они так нужны? Не говори, бля, сейчас закопаюсь, блядь, нахуй, насмерть. Кровью стекаю, мне медик нужен. Ты перебинтуйся, я тебе помогу. Я сейчас окоп копаю. Я заберу взрывчаточку. А то антенну подрывать нечем.
ты вообще? Антенну уничтожать. А тут усталости нет, да, на сироке? Нет. Я думал, ты обковался, уже сидишь покеру просто. А, не-не, тащу с собой, ты же КМ. Нахер он тебе нужен здесь? Не нужен, я думаю. Смотрите, техника только возле самого города, недалеко от него. Уже поздно слишком. Бля, хорошо, что здесь берешь. Тихо. Вертолет, отлично. Точнее, нихуя не отлично. Вышку не успели уничтожить вертолет. Азимут. При этом Ми-24, ебануться. Азимут 40. Он будет. Отойди от меня. Что? Он на патруле, он как будто обнаружен. Сейчас его приземлю. Так, поезд, давай к нам сюда. Защищаем эту базу, подрываем вышку. Так, защищаю внутри, все, есть рука. Уронил. Айс рука. Попробуем защитить. Там на крыше есть еще выход? Да. А я не могу, он криво лежит так. Не могу поднять его, да. Точнее, надо через внутрь забираться. Граната! Гашиш, ты цел? Да-да-да, перевязывайся. Задели, суки, я не увидел их. Ну кто так кидает, ёбаный насос? Граната! Ты сейчас сдохну, блядь. Везде, свяжись. Флэш, ты в Панаме? Флэш. Я тебя не видел, ёпт. Я тебя чуть не убил, нахуй, братан. Так, поднимай, айс рука. Ментуюсь. Дверь закрой, дверь. Бинтуюсь. Ебать, где есть срок? Ты его видел? Он внутри у вас, что ли, упал? Нет его. Блять. Что найдем? Блять, я не знаю, где он. А его нет, слушайте, здесь. На карте даже нет, он... Что с ним случилось? Не понял. А есть срок? Не, а срок и в игре. В игре? Сейчас, подожди, я сейчас посмотрю, где он. Что-то исчез из карты и так. Так, вышка.
конечно, до конца там еще сидит на этой, на вышке маленькой. Я не знаю, сейчас просмотрю через админку. Возле базы его нету. А хотя телепортнуть сейчас просто и все. Куда он исчез? Не знаю, куда ты исчез. Привязываю. Двух стационарщиков снял. Так, вы набирайте эти, все, что найдете, ребята, то у меня будет скоро заканчиваться. Трупы пропадают. А пропадает последний 25-26 труп, по-моему. То есть 26 должно лежать, а 25, а 26 пропадает и так далее. Я на футбольном поле стационар. Тут ДШКМ, сейчас попробую вертушку зацепить. Блин, оборончик, у тебя одна кнопка сразу на два вещания получается. А, это нет, это когда бежишь. Движение. В карту зайди, заблокируй все эти звуки в карте игроков. Все, солдат, вставай. Вы убили здесь, вот наверху сидел один говнюк? Я на футбольном поле. На ДШКМ вертушку зацепляю. Слушай, Олег, я могу с ним те же самые действия делать. С кровью даже. Кровь? Нет, ты не можешь перелить кровь. Так, все. Все заложено. Выдвигаемся в сторону города. Подрубаем эту поебутину. Все ушли от штаба? Да. Подрубаю. А он живой, живой. Перекличка, да? Дышишь? Да, не. Все
нормально, нормально. Флэш? Его задел просто. Он живой флэш. А я сроку просто задел. А он спрятался, он успел маленько спрятаться и убежал. Его просто задело. Да стой ты, я смотри. Счастье. Не двигайся. Ну, потренироваться надо, я видос снимаю, так что нормально будет ребятам посмотреть. Бай, да ты весь в крови, стой. Как в крови? Ты помираешь, господи. Не-не, братан, как, я жив. Я живой, я живой. Это месячные, братан. Не пали. Чё там у меня? Цел? Слушай, мне кажется, тебе нужно самостоятельно себя осмотреть. Да я цел, я и осмотрел. Ну вон, посмотри, кровь там откуда взялась. Это от контузии, небось. Контузии, блядь. Не, нет, я перетаскивал, здесь враг лежал. Все, боец, живой. Не, нормально, нормально пока. Двигайся. Я подберу тут ребят, валяются. Плюс. Твой живой? Да живой, живой, я все. Куда дальше топы? Сейчас, подождите, мы добежим. Ай, срок, давай. Футбольное поле. В город прямо по дороге прям топаем, чё? С этим вертолетом надо что-то сделать. Есть бойцы ПЗРК, будьте бдительны, ПЗРК бойцы есть, можно у них иглу подобрать. Кто там остался? Срок, ты что ли? Я. Смотрите, в городе достаточно много патрулей. Догоняй. Вообще-то я первый, я медик единственный в команде, давай ты вперед. Не, по поводу правильной одежки я с тобой согласен на срок. Машина, машина! Где? На мне. Ушла на восток. Да если не будет нам мешаться. Я даже компас открыть не могу, блядь. Ты его не брал, ёпта. А ты его не взял. Тут все брать надо, Острог, я тебе хочу сказать. Миноискатель, фонарик для карты, ПНВ, блядь.
перевязочный, морфин, адреналин, все надо брать самому. Саперную лопатку бери. Мешки. Так, мы спустились зря, наверное. Давайте поднимемся более к горе, там верхняя дорога, там легче будет подобраться к городу. Отсюда снизу нам пизды дадут. Давайте на верхнюю дорогу параллельно поднимаемся. Фэш, ты сейчас там один останется, нарвешься, они все на тебя попрут. Феррари, тормозни, ёпта, летишь вперед меня, нах. Так, до дороги чисто. Поднимайся. Какая-то машина шумит на юге, азимут 200. Так, техника каждый раз моется разная. Поэтому будьте осторожны. Ну, на зиму 200 колесные. Точнее, колесные что? Техника. Да я не вижу, но слышу. Легкая. Ну, УАЗик вон он, но на гору заезжает. А, пехоту вижу. На высоте 240. Убил двоих вроде бы. Еще нет. В кустах двое. В кустах они возле дома. Ключка. Гашиш. Возле камня, все сейчас живой. Возле камня они там. Флэш. Флэш. Чё, чё так? Переключка, вот же, ну шо. Срок. Ага. ИГУ, спиздите, там возле дома лежит один боец с ИГУ. Подхожу, подхожу. Не паните. Бля, не пропадают слишком близко. Быстро у тебя, слышишь? Нет, 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 ну я посмотрю, но это странно. Ну вот я увидел. Я думаю, они новые, они должны остаться там. Я тебе говорю, видел его буквально, вот пока переключку провел, все пропало. Это дальний, самый ближайший, это не удаляется, в этом весь прикол. Типа зачем нам ближайший, если ближайший. Дальний, если ближайший есть. Так, у дома по дороге азимут. Ага, вот они. 320.
Айстрок, поднимай иглу и это. Отрабатывай, да. Стой. Ой, нас сверху что-то ебашит. А если вот то. УАЗик, УАЗик с пулеметом. Разве сверху? 180-200, да, 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 наверное. Водитель убит. Стрелок убит, все, обезвежено. Ой, ребят, вы будете на гору не лезли, пизды дадут, вам не слезите. Ну осмотреться только. Отходим флеш. Справа контакт с тылу. Да, 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 там вниз идет, стреляет. Убрал уёбка. С тылу БТР, блять, ёбаный. Легкий. Уходит на 130. Сжёг его. Перекличка. Гашиш. Живой, живой. Флэш. Живой, живой. А срок? Ранен. А тут РПГ-26 одноразовый, а то еще стреляет или нет? Так, гашиш упал все-таки. А, я вижу его. Че за хуйня? Поднимайся. Сейчас лечусь, через качнулся. А это, видимо, ну, нормально встал просто. Так, Фош, не надо говорить за других, живые, не живые. Перекличка специально сделана для того, чтобы узнать, живой он или нет. Ты вот сказал, что я живу, а я лежал там 300-й. Блять! Чё такое? Флэш убил! Флэш, братан! Второй вертолет летит уже. Блять! Надо с формы определять. Гаш, надо с формы тут определяться у тебя. Да я жив. Я жив? Блин. Вообще, пардон. Стой, стой, бантует я тоже. Так, будьте внимательны. Найдите бойца с иглой. Убивайте его и иглу надо пиздить. Мы там наверху одного убивали. Уже второй вертолет на улице. На горе.
магазин перетряхивай. Ладно, я посмотрю, что там с настройками удаления. Агорон живой? Сзади, сзади. Город найди. Где-то ближе к тебе. Он в доме. Я живой. Живой, живой, живой. Что, поссать отбегал? Да-да-да, парни. Наливать и поссать. Так, давайте входим в город потихоньку за мной. Давайте кучка, кучка, ребят. Настрой все же. Вроде бы. Так, смотрите, каждый блядский дом проверяйте, в синий канал. Слева, слева дом. Слева, на, блядь, короче. К нам бежит, бежит, бежит. Помощь нужна, мужики. У меня кэп упал. Мы по центральной дороге зашли. Крою. Очнулся. У нас слева на 220 во дворах вражины ползают. Каждый дом проверяйте. Каждый близкий дом в этом городе. По гранате контакт. Приходим в состав. Все живы? Раз, два, три. Живой, гашиш. Отлично, флеш. Жив. Так, прочищаю дом.
Блять, патроны! Че такое? Да кончились, сука! Убивает! Состав 3 тела. Блять! Заложника убил, сука. А срок? Флэш. А срок 300. Флэш. На стылу ебашит. 80 азимут. Брал. Сука, в шипу не попал. Ты нашел его? Это 240 убрал и с тыла убрал. У нас потери оба бойца. Флэш и Андрюх. Срок. Нет, один живой, срок живой. Он нет, он равно пост. А, плюс, красава. Ты просто знак равно поставил, думал, все, ровненько лежишь. Поэтому подумал. Пардон. Так, если рук надо поднять. Ой, блин, фэш. Я нашел его, сейчас понимаю. Еще второй прилетел. Ой, флэш вообще тяжело. Иди сюда. Я им займусь. Я крою. Ебать он. Да-да, тяжело ему. Я дымку поставил. Чуть-чуть не обосрался. Весь красный он. Да пиздец вообще. Кроем. Откуда, откуда? Блять, с горы откуда-то. Нашел. Вон он с горы. Бинтуй. Почему его так накрыло-то? Весь красный. Гранат, скорее всего. А он, кстати, без брони вроде ходит. Может быть, поэтому. Срок живой? Отлично. Все, подбирайте перевязки, я не думаю, что у меня еще много осталось. Давай я тебе пяток сброшу, у меня есть еще 5. Давай, рюкзак води. У тебя там 24, слышишь, Ульбен, блядь? Слушай, а может быть третий собачка, когда я это привязываю? Не знаю. Я просто перевязываю, потому что уже, наверное, все закончились мои. Так, лежали, не вкалывай, ты чё, он без красного. Да я случайно вколол, не ту фигню. Ты если вкалываешь случайно, эскейп нажимай, она это отменяет действие. Ему в кровь надо влить. Бошку бантую. Наверное, их не аптечки трясти, я тоже уже об этом подумал, у меня с кровью такая же фигня была. Выливаю кровь. Магазин пакую. Давай.
Давай еще лизер. Видно, когда ты медик, используешь припасы, используешь чужие припасы. Скорее всего. Потому что именно когда я медиком играю, я заметил вот эту фигню. Еще вливаю. Окопал нас чуть-чуть. Угу. Давай вперед продвигай, сейчас его подниму, двинемся тоже. Ты живой? Отлично. Агорон. Живой. Айс Рок. Я слышу взрыв. Я вертушку сбил. Отлично. Еще одна вторая летает где-то южнее. Сейчас нашел ПВОшника, сейчас трубу загружу. Сколько у него там труп? 8. Я понял.
на себе отметку на всякий случай поставил. Убивает с тыла. Разобрался вроде бы. У меня в тыл подбежали. Да-да, пив отходит. Лежи, лежи, Фойс. Сыгу один подошел, убил. Тебе, ага. Пойдешь. Ебать, колотись. Я влил в тебя все, что у меня было. Еще кровь. Да меня пот, блять, разрядил две обоймы или три, наверное. Так, ребята, ищите кровь, 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 крови нет у меня. А у кого она обычно бывает? У медиков, у них такой особенный пакетик. Видите. Не, я знаю, что она у тебя есть, я просто говорю, что вдруг, если что. У меня нету. А, я дай понял. Дай тебя, я бываю с рук. Так, это кого тут в доме окружили? ПТ-шка у кого-нибудь есть? Хорошо, я тогда ПВО оставлю. Еб твою мать, Фойс! Привык к костюму! Привык к костюму! А, патрончики, патрончики! Так, давай срок ко мне. Бля, Фойс, посреди его бой. Привык к костюму зеленому. Я тебе говорю, что надо оставить чуть одно. Айсрок, давай, мне кровь нужна. Срок на связь. Так, Айсрок лежит. Айсрок лежит. Жди, Фойс, сейчас.
Жив. Все, нашлась рука. У меня тоже потери, ёб твою мать. По крови? Да. Ищи медиков, у них да я не такой. Я ищу, поверь, брат. Рюкзачок такой необычный. И я у них понял. Там по 2 литра всегда. О, вижу. Ой, с рук я возьму, у него в портфеле есть кровь, но я не знаю, хватит на всех, нет. Не, я инженера нашел. Я его перевязываю сейчас из рук. Инженеры, ебаный свет. Живой? Жив. Хороший инкенди у тебя тут. В каком плане? Ну, блять, адекватный бот. Адекватный. Очень хороший. И убивает, и промахивается. Красавчики. Меня по мне кто-то, блядь. Я его не могу найти, где он. Где-то северный зашел. Все, нашел. Убил. Вроде бы. Магазин пакую. Флэш живой? Не-не-не, пусть лежит. Флэш, у него кровь он ждет. Сейчас я подолью ему. Сейчас я подниму сначала с рук. Чего таскать нельзя? Срок последний вливаю в тебя и все остальное отношу флешу, а то ему не хватит. Че там так гудит? Вертушка.
земли вроде бы. Отлично. Так, да, садись. Ищи кровь. Так, иду к флешу поднимать. Так, на будущее, ну-ка сразу мне инфа, сколько я с собой крови носить? Ну, бери литровый только и бери хотя бы литров 6 в рюкзак. Угу. Срок на связь. Отлично, живой. Просто проверял, вдруг там сознание потерял, у тебя крови мало. О, отлично, у нас немного крови осталось. Хотел бы шутить, но понял, что парням нужнее, и не стал. А добавь прыжки сюда, блин. Че? Прыжки добавь из ограды. А, есть они, так надо бежать, а не идти. И нажимаешь цели, выполнил, он перепрыгивает. То есть ты должен бежать под нашифте. Либо стоя хотя бы. Свои что ли стреляют, я не понимаю. Так, не двигайся, сейчас я залью.
что-нибудь, подрыв пакета, еще что-нибудь. Нет, так, срок я ввел в последний морфин. Блять! Ты же здание зачистил. Морфин у меня больше нет, эти морфин нужны, все, ты живой, у тебя нормально. У меня куча всего этого, парни, но я далеко от вас. Пакую в магазины. Ебать, клина словил вовремя. Жив? Да, опизделился.
Вот это хорошо сделано, что у тебя в каждом доме не по одному врагу сидит. Замечательно вообще. Свои. Чё? А срок, что ты меня не стрельнул? Так, я кровь 2 литра нашел. Это к больным. Срок, дай пройти. Правильно одетый. Да, я тоже считаю, если, блядь, играешь против зеленых, нужно белое делать. Ну, Флош, со мной согласен. Конечно, он одет как ты. Практически. Это просто дело привычки, я считаю. Все привыкли ебашить на белом. По зеленому не ебашить. Что с заложниками делать надо? Ничего, главное не убить. А, хорошо. Я потом переделаю, чтобы когда убиваешь заложник, появлялось сообщение у всех. Какие очки отнимались или еще что-нибудь? Так, я толку этих очков. Оружие отбирай. А, нет, это уже перебор. Как перебор? Ну, пускай ищет, ёпт. Отлично, весь север за дорогой чистый. Меня убивают? А есть срок на связи? Я живой. Фош раненый. Вижу его. Иду к Фошу, я медик. Двигайте дальше. Я смотрю его. Перевяжите к вам, чтобы не стекал. Перевязываю. Кого ты перевязываешь? Флэш уже. А это нет, не флэш. Сука! Трупак перевязываешь. Сейчас, займусь им. Да его не сильно ранили-то. Сбей вертолетик, там летает.
Не, он так хитро летает, я пытался. Он так хитро летает, я пытался его зацепить, но он, блядь. Он там, да, он нижний летает. Одно. Будем обратно возвращаться для, к самолету, надо будет его сбить, а то он нам пизды даст. Я понял ошибку вертолетов. Когда мы удалили миссию, там не нету. Ну там цикл идет, короче, цикл не закрывается, потому что удалена объект, и он считается неуничтоженным, поэтому цикл вертолетов идет с прошлой миссии еще. Ну, в общем, я это исправлю в будущем. Если что, три есть ракетки. Да, ты только что он оживлял трупак, забери у него. Да забрал уже. Вся живая, такая. Я бегу, смотрю, жопа, флеши похожи, бля. О, братан, нет. А раз, нихуя труп. Как ты флешу по жопе, кроме знаешь? Ага. Так не в первый раз не встречается. Ну да. Проблемки на востоке азимут 80. В принципе, справляюсь, но была бы. Что была это бы... за проблема? Пехота, бля. Патрули? Патрули? Не, сидячие. Да мы к тебе сейчас. Да мы к тебе сейчас подвигаемся. Тоже ничего практически не осталось. О, кто тут лежит? А, это бот. А, это бот. Осторожно, бот. Бля, гранат, ложись. Да, еще. Впереди. Еще, да, есть. Но у меня больше нет. О, у меня есть. А с горы что ли? С горы что ли стреляет, я не пойму. С центра площади, азимут 140. Она в центре площади гуляет, уебок. Я им займусь, двигайтесь дальше. Мы с флешем тоже сместились туда на него. У нас есть угонился. Убил его. А, это мы с тобой пошли. Воу-воу-воу, ГП. Давайте состав тряханем. Че? Состав тряханите. Какой? Все живы. Флэш. Да. Жив. Флэш живой. А срок?
Южнее дома обыскать надо. Заложник стоит. А значит там еще есть туда. Ух ты, хуй есть, я сальтуху не сделал. Это я ему. Да с одной стороны я с другой его ебашу. Снайпер где-то. Тут ебашит, да. Там недалеко. Магазин покой, мужики. Да, то же самое. И текила. Мои лучшие друзья. Еще заложник. Я к нему подходил, к заложнику. Я же отметку поставил на дому. Да, я где-то там зашел. Застрели его. Вы добрые ребята. А что это за мажор, блядь, в Панаме сидит, сука, блядь? Напугал меня, блядь. На Панаме из это со студенческой сумочкой, блин. Миссии, да, объясни, что мы зачищаем все дома и чё? Не-не-не, все зачистили, всех убили. Все, теперь смотрите, здесь вам нейров. Не удаляется эти, не уничтожается техника, ничего не удаляется. Наша задача теперь, мы зачистили, вернуться на базу живыми. Поэтому нам могут еще дать пизды, пока мы возвращаемся обратно. То есть нам надо вернуться до самолета. Ну, до самолета, ну, и, до самолета на базу, да. Ладно, я тут пузырька еще один нашел дополнительно. А ты обошел, перепрыгнул тоже? Я там думаю, я один крутой. Не, а вот так, давайте возле входа в город собираемся. Тохи получше сейчас с прыжком. Повыше. Нам надо там, где заходили, собраться всем и выйдем. Ну да, сейчас. Ну да, сейчас на обратном пути собьем и улетим. Я вот медика так и не нашел ни разу, блядь. Я нашел одного. Надо посмотреть настройки трупа, что-то там. Что-то уж очень быстро он разлагается, да?
Да, просмотреть. Но с другой стороны, заметьте, поэтому FPS очень хорошие. А с другой стороны, это хорошо, потому что, ну и да, это же... Во-первых, ты на себя должен рассчитывать, а во-вторых, FPS помогает, это очень хорошо. Я, в принципе, если покойничка не нашел 4 магазина, я бы уже давно вражеский подобрал. Но так как повезло, попался вражеский этот подносчик боеприпасов, я 4 магазинчика себе взял. У меня 2 магазина осталось. Из 20. Так, Егор, жди остальных. Я жду, я выхожу на позицию снять вертушку. Давай. Так, товарищи, 0 нажимаете, надо OEP английское. И бегите сюда. Бегите. Максимально яйца тряска. Ну-ка посмотрим, что будет. Вот здесь вот от первого лица играть поинтереснее, чем на втором цепочке, конечно. Даже от первого и от третьего я и так побегал, и так чуть-чуть. Но я все равно видосик снимал в основном от этого, от третьего лица. Не знаю, третьего уже давно отвык играть, привычно. И канал свой сбросим, посмотреть, посмотреть, что там. Чё-то он улетел, и не да очень... Пойдём, погоди, пойдём, да, прямо так, да, через гору. В андатровых буденовках смелее в бой. Куда побежали с биноклями? Так, а где есть рук? За нами пишет. Все, держи, давай, доставай. Эйсрок, догони нас. Доставай, сейчас она вылетит. Сейчас вылетит птичка. А у меня не наводилось что-то, кстати. Она близко. Стингер стреляет от километра или от полкилометра, не помню уже. Машина справа вражеская. Да, можем вместе? Давай, спидим. Вот так же ПГ надо. Правильно ее. Контакт. По нам огонь. Где? Да это боеприпасы взрываются, что вы за ней бегаешь. Так машина включу рядышком. Это УАЗик работает. А нет, УАЗик. Не выключен. Дай порулить, дай. Да езжай. А у нас только 3 места. Это пешочком идет. Ай, срок. Последний в семье. Нагоняй, сейчас уходит. Не, он не стреляет, это ебучий. Уши закладывает. Ебать, он шальной этот УАЗик, нахуй! Вон, да, прям. Вот, блядь, танк слева! И уезжай нахуй отсюда! Дуба поворачивает, уезжай куда-нибудь! Уезжай, пизды даст на нам! Все, останавливайся! Ебать, блядь. У меня вот так ПВО. У меня РПГшка, но одна. У меня патрон есть для РПГ. Давай ко мне. Вон он стоит, вижу. А, нет, у меня не для РПГ, у меня для этого обычный. Которые были штаты, мы с тобой с базы брали. Ну хуй с ним, сейчас мы его въебем, мы просто уедем отсюда. Может, повредим его хотя бы. Блять, он только в башню начал поворачивать, и уехали.
Может его сюда подойду. Смухи въебать. А есть, кстати? А, нету, блядь, да. Посмотри, в самолете, может быть, кстати, есть. Блять, поворачивает! Быстрые ноги, пизделей не боятся. Да-да-да. Блять, он поворачивает. Блять, он поворачивает, поворачивает нахуй, ложитесь. Ищет, сука, наш. Ищет, сука, наш. Смотрит в нашу сторону. Мы улетаем, его сейчас флешим. Как мы, блядь, на самолете не наткнулись на него? Ну и не подъехал позже. Угу. Некоторые цели создаются изначально, и они не двигаются, специально так сделано, чтобы они стояли на месте тихо. И значит, он стоял тихо здесь, потому что в ином случае он должен патрулировать. Блин, ну мы вышли, мимо него прошли. Ну да, как-то он, видно, не увидел нас. Как у него тело отворачивается, отлично. Ну а мы так, зашли. А из срок, я не знаю, ну, а подождите, в этом есть УАЗики, может быть? Не, да, мне УАЗик только это, медицина. Все, вышли, 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 вижу. Один вышел. Нихуя себе. РПГ живые, рулит. Живые они. Все, убили. Заебись. А из срок, молодец. А из срок, молодец. В башню попал, взорвался. Давайте, самолет, самолет. Аистроку подберите только. Сейчас съешь. Да он рядом, да, бежит. Блять, а что за кукурузник такой? Ты что, это боевая огонь, машина? Огонь, машина. Забирай айсрок и сюда его гони, сделаем фотографию и сваливаем отсюда нахуй, пока не прилетел еще один вертолет. Давай выйди. Подгони прям сюда, возле кукурузника, ставь его рядышком с лесом. Еще. Под крыло его прям спереди. Ну, спереди крыла. Да, вот, отлично. И поставь его так под этим, под углом. Чуть-чуть еще на 45. О, и колесо выворачивай и выходи, чтобы осталось вроде вывернутым. Сойдет. Давайте это. Становитесь напротив, я сфоткаю всех вас. Так, кстати, я щелкнул. Флэш, да стой назад. Встаньте поближе. Левее, флэш. О! Быстрее. Все, мне пойдет. Ну-ка, флэш, теперь вы все остановитесь, сейчас я сделаю чуть-чуть наблюдение, фотка классная. Остановись, ждите. Воинское приветствие, киньте, да? Все, я понадел фоток, положу этот в Steam и в ВК, вот что ж. Ладно, хуй с ним, отгоните УАЗик, давайте улетать нахуй сюда на базу. Нам еще взлететь бы. Я думаю, это кукуруза взлетит. Да, но ей нужно хотя бы там 70 километров набрать, чтобы прямой взлетать. Ну вот здесь трамплинчик есть небольшой. Здесь очень много деревьев и для 60
кстати, очень. Погнали. Мало. Все, все сели. Вроде, да? Сейчас я суицид. Ну все, давайте помолимся. Сейчас нам на гору заехать надо. А то засиять будем. Господи, помоги. Их одолели меня эти враги. Вспомню. Николай Угодник, защити. Их надолели мне эти убри. Давай, ладно, была не была. Не летим! Да ей даже разгон не нужен, просто звук. Ну не, я же говорю, ей нужно 60, и опять же, пока на 150 не наберет, нельзя ее поворачивать ни на какие углы, только вот так вот. Можно задним поворотом. В ином случае она уйдет в пике, она очень такая чопорная и... Вроде легенькая, но при этом, блять, может упасть. Если 150 не берешь, она может упасть на поворотах. Ну что, мы еще катку или пойдем на второй? Ну, я могу, а ты? Можно даже более простую. Есть это какая миссия для воды. Она попроще, побыстрее. Не, пойдем на второй лучше. Хорошо. Да на втором там нет, наверное, сейчас уже никого. Время-то 3 часа по Москве. Только Москва, а так Сибирь. А сколько в Сибири? В Сибири утро. 9. У меня 8 вечера. У нас 3 часа ночи. 3 утра. Да, 3 утра. Нет, 2 ночи. Утро будет 4. Снег, который выпал, уже растаял. Да, я сейчас ходил увидеть. Ну, на крышах машин еще чуть-чуть осталось. Не, у меня все сошло уже. Блять, надо делать еще 2 миссии, одна с ядеркой, вот это вообще будет прикольно. Хуй вот еще времени уходит, чтобы создавать все это на скриптах. Вижу, Паша, он чопорный, блять, летишь прямо, его вниз все равно тянет. Его пока наверх вот так вот не подымешь, блять, он не будет ровно лететь. Тут грамотно база расположена, очень грамотно, блин, прям вот на все 350 и 100% она грамотно расположена база. А, ну специально я убрал ее подальше, чтобы путешествия были большие, не было ограничений, как у нас там на втором, постоянно выйдешь и пешком бежишь до миссии, это я не люблю вообще. А там все есть, полоса есть, на краю здесь острова. Здесь все правильно, и нужда пилотов. Здесь реально, вы там все распустили всех сапсановцев, блядь, стало скучно играть без них. Путешествие, вот это я люблю, постоянное путешествие, небольшая компания такая, чувствуется атмосфера, вот это я люблю. Даже на этом Ан-2, это приятно летать. А сколько тут в нем мест? Что? О, тут 12 мест в нем, нифига себе, 14 мест в нем. Кстати, Олег, ты на сколько сегодня спутил? Ну, он 2-4 часа работает вообще, да? Не, я говорю по слотам. 18 вроде бы. 18, да. Я могу больше делать, но я пока не вижу причин. Ну да, как раз в принципе он забивает, да. 17 здесь.
18. Не, 18 нормально, куда больше. Да-да, я тоже, я же говорю, я специально делал, чтобы так пришел команда, поиграл, ушла. А вот эта толпа бегает, блять, хуй пойми, что происходит. Я не для этого его создал. Отлично. Вот когда нету на втором месте, можешь сюда приходить, нет. Интересно, блять, а сколько здесь прыгает солнце, стоит по умолчанию? Ты можешь заменить правый контрол и бэкфлэш. Вот это клавиша. Правый контрол, и там меняешь настройки прорисовки себе. Правый контрол, а понял. А, ну они же по умолчанию 1600 стоят. Да. Это ты пешком, а на воздухе, ты сейчас на воздухе летишь. Ну, у меня на воздухе 5000 стоит. Это максимальное, я сделал ограничение 7,5, смысла не вижу больше. Ну, травы тут нельзя отключить. Нет, я убрал отключение травы с последним обновлением. Ну, потому что это не честно, как-то читерство. Согласен. Ну, понимаешь, как бы мы же против ботов играем, это уже читерство, потому что никто их стоит. Блин, но все равно, вот ты поиграл, вот не настолько же они сложные, что, блин. Да нет, ничего здесь сложного. Ты же понимаешь, ты, что когда нормально, ты здесь ищешь нормально противника, да, то ты можешь там на повреждение куста не раз выстрелить. Он стреляет уже целенаправленно через куст тебя. А из-за этого ебучего кустарника я его не вижу. Как можно вот так вот. Здесь палочка о двух концах, понимаешь, как бы куст, весь куст, ты сам понимаешь, что куст пулю не должен сдержать, но он в армии, он ее сдерживает, пулю. Да нет, да я же не про это говорю, я говорю о том, что у них АИ, вот, им все равно... Нет, вот тебя сквозь кусты не будет убивать и простреливать. Ну, конечно. Нет, ну бывает все, но в любом случае... Зависит... Не найдешь баланс никакой, потому что здесь зависит просто от... невозможно. Да, супруга, зависит от того, с чем бот тебя стреляет. Если у тебя с ПМЖ стреляет, с ПМГ, то там не варик. А если у тебя обычного СМХ стреляет какой-нибудь там 6556, он не пробивает и не будет тебя стрелять. Даже снайпер вблизи тебя, он не стреляет из снайперской винтовки. Он же достает пистолет и начинает в тебя стрелять. Не знаю, я на FT2 прям, блядь, в упор подхожу, блядь, и снайперки в голову убью, блядь. Какой злой ты. Да нет, пистолеты какие-то покупать еще, там же экономика. Не, ну это понятно. Надо бар. Что происходит? Я не снимаю. Давай, я копаю тут до сих пор. А, куда они денутся? Я копал ее. Я живой же. Надо слот перекопать. Надо точно фонарик, лопатку, три мешка. Там еще надо такое ценное. У него тормозов нет. Как-то странно. Заебись. Блять, пленников не взяли, плохо надо было пленников брать. А как их надо было брать? Ну, надо с собой таскать эти, ну, типа, на, не наручники, а эти пластиковые хомуты. Да, пока они без сознания, знаешь, перевязываешь им руки и все, потом лечишь, чтобы они не сдохли. Не, они и... стояли же, я к ним подходил, никаких действий не было. Не-не-не, там можно бессознательное положение их ввести и потом это, спокойно. А, это для этого хомуты нужны? Да, у меня всегда с собой три хомута есть.
Ну как, Олег, думаешь, какая лучше здесь форма подходить? А, да любая, я же говорю, я не хочу ограничивать здесь никого. В правилах я четко написал, ограничений нету только, если командир вам не сказал поменять форму на определенную. То есть, если командир этого не говорит, то значит все нормально. Так. Так, хмуты нужны точно, да? Так, нужна лопатка, фонарик точно для ночных миссий. Лопатка, чтобы окапываться. Лопатка, фонарик и хомуты, да? Кровь еще нужна, да, обязательно? А. Че лучше брать? 250, 500 или 1000? Че брать лучше? Ты че молчишь? Йо-йо. О-о-о. Да-да-да. Че брать лучше из крови? 500? До конца. Не, литровки бери. Ну, в любом случае, пойдем до конца. Ты сначала доделаешь миссию, закроешь ее. В смысле? А в смысле очистить-то зону? Там до сих пор враги остались. Подходишь к компьютеру, запускаешь отмену миссии, она выполняет очистку. И все. У нас флеш голенький бегает.